шлем X-Spirit Pro. В принципе, что вот конкретно в этом шлеме интересного? Не могу подобрать слово. Короче, да пипец. Ну, не буду это говорить. А в этой расцветке, скорее всего, 120. Да, блядь. Не-не-не. Да-да-да. Кто там так пиздит? Привет, друзья! Сегодня в моем ролике пойдет речь о самом топовом шлеме в линейке Shoei X-Spirit. Я вообще, в принципе, отличаюсь своей любовью к X-Spirit, у меня их целая коллекция. Они выпускают версию Pro в нескольких интересных цветах. Что я хочу прежде всего отметить в этом шлеме? Производитель говорит о том, что у него мега улучшенная аэродинамика. В ролике с Марком Маркесом заявлено, что этот шлем предназначен для езды 350 км в час. Вы разгонялись так? Второе, что лично я бы отметила, здесь очень интересная застежка, которая, ну, мега безопасная. Все мы сталкивались с такой историей, когда мы падаем неудачно на визор, он у нас расстегивается, откалывается. Я не знаю, если вы следите за мной и читали мои посты, то я как-то рассказывала о своем удачном, кстати, падении в Казани, где у меня откололся визор. И я такая качусь и думаю, сейчас я буду жрать землю. Думаю, блин, привет, стоматолог. Но, кстати, пронесло, все было нормально. Я была в шлеме X-Spirit. Да, у меня визор отлетел, но при этом шлем меня защитил так, что, как видите, у меня с лицом все хорошо. Здесь же застежка визора сделана еще более технологично. Она здесь двойная. Вам, конечно, придется привыкнуть ее открывать. Здесь есть вот это нажатие и открытие, первая застежка. А вторая застежка вот эта. То есть, если раньше у нас было на X-Spirit 3 сдвигание вверх-вниз застежки, то здесь она вправо-влево. Такая двойная застежка, она уж точно не откроется ни при каком падении. Потому что даже если у вас зацепилась одна застежка, вторая застежка точно останется на месте. Также в этом шлеме, разумеется, застежка, двойное кольцо, самая защищенная застежка с трещоткой, нас не пускают на трек. Я рекомендую для города тоже брать двойное кольцо. В целом, шлем классный, интересный, он хорошо сидит. Я могу про него рассказывать бесконечно. Я рекомендую.